Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале, своих любимых, дорогих подписчиков и гостей моего канала. Сейчас будет онлайн-расклад, и тема будет такая. Этот мужчина мне по судьбе или нет? Вам нужно будет выбрать всего лишь одну стопку. Я буду выкладывать 6. И мы посмотрим. Вы можете чисто интуитивно загадать своего мужчину. Подумайте о нем. Представьте его. Закройте глаза, если вам будет так удобно. Представьте его образ. И приложите к одной из этих стопок. Итак, первая стопка. Этот мужчина вам по судьбе или нет? Вторая стопка. Этот мужчина вам по судьбе или нет? Третья стопка. Это вам мужчина по судьбе или нет? Четвертая стопка. Это мужчина вам по судьбе или нет? Пятая стопка. Мужчина вам по судьбе или нет? И шестая стопка. Это мужчина вам по судьбе или нет? Итак, посмотрите, почувствуйте. Выберите чисто интуитивно одну стопку и будем смотреть. Выбрали? Тогда смотрим. Первая стопка. Вы знаете, я не могу сказать, что вам этот мужчина по судьбе, потому что вам есть к чему расти, да? Вам есть чего еще добиваться, и вы заслуживаете намного красивого, намного хорошего, намного такого статного, знатного, не знаю, потрясающего, темпераментного, сильного, мужественного мужчину. Это я вам говорю точно. Этот мальчик, того, кого вы здесь выбрали, он еще ребенок, он должен вырасти. Поэтому я не думаю, что он вам по судьбе. Вы нуждаетесь в другом мужчине, настоящем. Этот пускай еще растет. Дальше. Кто выбрал вторую стопку? Да, этот мужчина вам по судьбе, я говорю 100%, скорее всего, у вас кармические отношения, отношения непростые, где вы любите, где вы страдаете, где вы находитесь в треугольнике, у вас разбито сердце, вы переживаете постоянно, из-за любви страдаете и ничего поделать не можете, потому что отношения не выстраиваются качественно, по-настоящему, так как надо, и вы ничего поделать не можете, вы уже, я не знаю, себе там... О чем вы только не думали? Что вы уже в планах своих, чего уже только там не перекручивали, да? Чтобы все это перевести на какой-то другой уровень. Но ничего не получается. Это кармические отношения. Это мужчина вам по судьбе. И вы должны его пройти. Дальше. Кто загадал третьего? Третью карту. Ну, я могу сказать, что, скорее всего, и да, и нет. Здесь сложно однозначно сказать. Давайте я еще вытяну. Потому что он может быть и как по судьбе, и не совсем. Потому что здесь идет такие позиции, активность, реализация, упор, обладание и чувства. Этот мужчина вам по судьбе или же нет? Я думаю, что да. И вы тоже это чувствуете, что эти отношения непростые. Они тоже сложные. Они развиваются как-то непонятно. Может быть, что в ваших отношениях замешана магия. Только я не знаю, кто ее делал. Со стороны этого мужчины, со стороны ваших отношениях кто-то лезет, или же вы делали что-то в этих отношениях, но здесь есть присутствие магических каких-то воздействий, поэтому я четко не могу сказать, этот мужчина вам по судьбе или нет. Информация закрыта, она под куполом, ее так нейтрализовали, чтобы никто ничего не мог рассмотреть. Ну, это я так вижу, потому что верховная жрица закрывает информацию. Я могу все-таки предполагать, что да, возможно,
Возможно, этот мужчина вам по судьбе, но как-то не складывается так, как хотелось бы вам. Не совсем так складывается, возможно. А может быть, действительно, он привороженный, он только с вами, он к вам привязанный. Может быть, действительно, на какую-то сексуальную привязку делались, потому что там идет туз жезлов. А туз жезлов это есть сексуальная, может быть, сексуальная привязка. А маг, работа мага. Маг работал, маг сделал на любовь, чтобы человека привязали. Здесь есть магическая работа, я говорю 100%. Смотрим дальше. Итак, только загадал четвертую. Этот мужчина вам по судьбе или нет? Я могу сказать, что нет, потому что здесь в ваших отношениях присутствует обман, измены, воровство, интриги, какие-то, знаете, махинации такие непонятные. Интриги, манипуляции, все и здесь присутствует. И, скорее всего, здесь королева кубков. Я не знаю, присутствие этой женщины. Кто эта женщина? Это вы, кто там, мама, его любовница, кто-то присутствует. И здесь и так, как идет восьмерка жезлов, может быть, мужчина куда-то ездит, перелетает. То есть он, ну, как, я не знаю, как птичка-невеличка. То есть постоянно в каких-то разных странах, он не сидит на месте. Может быть, постоянно командировки какие-то. Нет, я не думаю, что это мужчина вам по судьбе. Нет. Кто загадал пятую позицию? Вы знаете, здесь тоже сложно сказать. Давайте посмотрим, потому что вы с ним давно уже знакомы. Вы тянете с ним из прошлого. Это настолько много лет назад, да, вы когда познакомились, вы еще детьми, наверное, были. И до сих пор вы никак отказаться от него не можете. Вы настолько привязаны, вы держитесь за эти отношения, а понять не можете. И не вместе, наверное, и не врозь, и непонятно, что у вас происходит в отношениях. Давайте посмотрим. Я еще дополнительную карту вынесу. Посмотрим сейчас, короче. Я не знаю, мне трудно здесь сказать. Это какие-то отношения такие сложные, запутанные. Вы сами даже не понимаете. Полной картины. Вы понять не можете, почему мы друг друга тянемся и отпустить друг друга не можем. Потому что какая-то, знаете, вот что-то прошлое вас связывает. Ностальгия, я не знаю, преданность друг другу, постоянство, привычка. Ваши отношения, они судьбоносные? То есть этот мужчина вам по судьбе или нет? Нет. Нет, но вы, скорее всего, просто не можете от друг друга избавиться, так скажем. Потому что прошлое вас тянет. Этот мужчина вам не по судьбе. Но вы не можете от него избавиться. Не можете. Прошлое невозможно вам стереть, да? Это ваша жизнь. Смотрим шестую позицию. Так, этот мужчина вам по судьбе или нет? Ага, здесь тоже сложно сказать однозначно. Давайте еще. Потому что вы сами запутались, у вас страхи, вы переживаете, печалитесь, и понять ничего не можете, разобраться не можете. Это ваш мужчина или нет? Это мужчина вам по судьбе или нет? Кстати, у вас мужчина кубков. Король кубков, вы с ним все никак разобраться не можете. Переписки, может быть, какие-то. Ребенок, сколько боли вам приносит. Дорогой колесница, нет, я не могу сказать, что это вам мужчина не, то есть по судьбе. Нет, он не по судьбе. Не по судьбе, но у вас такая история с ним. Может быть, это ваш супруг. Может быть, да, с кем вы расстались, и у вас есть с ним ребенок. И вы с ним такую как бы историю жизни прожили. И этот мужчина не по судьбе, но просто так вы его отпустить не можете. Не можете, потому что очень много боли он вам принес. Физической, моральной, душевной. Вот этот король кубков. Мужчина мягкий, очень такой, знаете, непонятный. Где, возможно, у вас или ребенок совместный, или же между вами холод такой, переписки, смс, звонки, да, где вы до сих пор какой-то дистанцию держите холодную и слезы. Вы ему простить не можете, что он с вами плохо поступил. У вас страх из него. Вы знаете, вы с ним стали бояться жизни, в принципе. Мужчин вы с ним стали бояться. Он как будто держал вас в психологическом таком
неком состоянии ненормальном, где вы даже ночью перестали спать нормально, и вы запутались в своей жизни окончательно. Вы не знаете, что хорошо и что плохо вообще. И как я живу, правильно или нет, кто бы мне подсказал бы. Нет, это мужчина просто ваши отношения сделал какие-то больными, ненормальными. Но это мужчина вам не по судьбе. Вот такой расклад. Делаю первый раз. Не знаю, как получилось. Сделайте потом выводы и напишите мне в комментариях. Желаю всем всего хорошего. Будьте счастливы. Всех люблю. До свидания.